Привет всем, на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz, и сегодняшний видеообзор посвящен сайту Money in Hand, на котором меня радостно поздравляют с тем, что мой электронный ящик стал победителем международной акции Money in Hand с призовым бюджетом 250 тысяч долларов. И мне говорят, что мой выигрыш может достигать целых 5000 долларов. Все звучит очень хорошо, поэтому я нажму кнопку «Получить выигрыш». Идет соединение с консультантом. И у меня спрашивают, могу ли я подтвердить мою выплату. Нажимаю кнопку «Да, подтвердить». Мне опять печатают какое-то сообщение. И здесь мне говорят, что призовые деньги распределяются в случайном порядке от 100 до 5000 долларов на победителя. И чтобы получить свой приз, я должна заполнить информацию ниже. Нажму кнопку «Получить выигрыш», ничего не заполняем, и производится зачисление моей оплаты. Итак, моя выплата составила 1729 долларов, и мне нужно выбрать, куда мне отправить деньги. Ну, пусть это будет банковская карта. Но, конечно же, все не так-то просто, и мне сейчас нужно заплатить 159 рублей за налог. И, конечно же, данный налог я должна заплатить не с выигрыша, а со своего собственного кошелька. Нажимаю кнопку «Оплатить налог» и перейти к выводу средств. И я попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где я должна заплатить 159 рублей за налог на выигрыш. Перед тем, как снимать данный видеообзор, я нашла на самом сервисе ePay продавца, который будет получать с нас данные 159 рублей под ником Волчара. И если мы посмотрим дополнительные цены сайта, мы как раз увидим данный платеж 159 рублей за оплату налога. И согласно этим дополнительным ценам, мы увидим, что далее последует платеж на 250 рублей за открытие аккаунта, потом на 475 рублей за конвертацию валюты, потом 1200 рублей за автострахование и 740 рублей за быстрый перевод. Но я больше чем уверена, что после того, как мы заплатим все эти платежи, нам скажут: ждите ваши деньги, и они ни через день, ни через два, ни через год к нам так и не поступят. Если мы перейдем по ссылке с сервиса ePay, мы попадем на сайт Money in Hand, и это подтверждает авторство человека под ником Волчара, и что именно он будет получать с нас все платежи. Чтобы никого заранее не обвинять в мошенничестве, я проведу платеж 159 рублей, и потом мы посмотрим, получим ли мы наши деньги, либо же с нас снова потребуют очередной платеж. Чтобы сэкономить ваше время, я сейчас поставлю видео на паузу и вернусь к вам после того, как оплата будет зачислена. Моя оплата успешно зачислена, мне высвечивается, что моя транзакция отклонена, так как для перечисления денег мне необходимо открыть транзитный аккаунт. И стоимость открытия транзитного аккаунта составит 250 рублей. Нажимаю кнопку «Открыть аккаунт» и попадаю на страницу от сервиса ePay, где опять должна заплатить очередные деньги, а именно 250 рублей. Оплачивать данные 250 рублей я не вижу смысла, потому что мы уже видели, что 250 рублей как раз последует после того, как мы оплатим 159 рублей. И проверять наличие остальных платежей мы уже не будем, потому что и так ясно, что с нас просто выманивают деньги. Данный сайт создан мошенниками и преследует только одну цель – ввести в нас заблуждение и, конечно же, сделать так, чтобы мы расстались со своими кровно нажитыми денежками. Связываться с данным сайтом я категорически не рекомендую. На связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Всем пока!